Поздравляю всех вас великим праздником, окончанием Великой Отечественной войны. Это является великим праздником нашей Родины, который боролся более 4 лет, защищая от немецко-фашистских захватчиков нашу страну. Наш город Самара являлся во время Великой Отечественной войны большим промышленным центром, который ковал победу, выпустил 80% ИВ-2 и другой военной техники для нашей Красной Армии. Учитывая, что наш город много вложил в победу в Великой Отечественной войне, достоин присвоения звания трудовой доблесть.